Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена, и хочу поделиться с вами мега вкусным, мега полезным паштетом из рыбы. Готовится он легко, быстро, но очень вкусный и, как я сказала, полезный. Для рецепта нам понадобится морковь, лук и рыба. Берем сковороду, наливаем немного воды. Высыпаем туда порезанную морковь. Сверху высыпаем нарезанный лук. Закрываем крышкой и тушим 30 минут до полного размягчения моркови. Морковь размягчилась, я попробовала, уже мягкая. Теперь к моркови я буду добавлять немного сливочного масла. А вы решайте сами, если вам нельзя масло сливочное, не кладите. Ну и так как у нас мега полезный паштет, значит, мы его не солим и не перчим. Ну а сливочное масло, я думаю, нам даже не повредит. Теперь сверху посыпаем рыбу, филе, кусочки. У меня треска. Закрываем снова крышкой и тушим до полной готовности нашей рыбки. Теперь наши продукты помещаем в чашу для блендера и все это быстро взбиваем. Вот такой нежный и очень вкусный паштет у меня получился. Обязательно приготовьте, вы не пожалеете. Кому понравился рецепт, поставьте лайк. Кто не подписан на наш семейный канал, обязательно подпишитесь. У меня для вас еще будет очень много интересного и вкусного. Всем приятного аппетита!